Знаешь ли ты, кто был первой коронованной женщиной в истории России? В 1606 году Лжедмитрий I женился на дворянке польского происхождения Марине Мнишек. Однако замуж она вышла не по любви, а из-за своих огромных амбиций и стремления к власти. Она помогала полякам распространить собственное влияние на территории русских земель, а в обмен за это ей обещали псковские и новгородские земли. Но первая коронованная женщина России закончила свою жизнь весьма печально, как жена двух самозванцев, всеми преданная, печальная, еще и ребенка ее у нее на глазах повесили.